Ирам. Thank you.
Благодарю за продолжение боя. Антон Бабин, город Копейск, Челябинская область. Боксер 1993 года рождения, имеет спортивный разряд кандидата в мастера спорта с 2008 года. Занимается боксом 5 лет. Всего провел 57 боев, 49 из них одержал победу. Провел 2 международные встречи, в обоих победил. Является победителем Челябинской области, победитель Уральского федерального округа, участник первенства России. Победитель международного турнира памяти Кузнецова, победитель Уральского федерального округа 2012 года. Тренируется под руководством бригады тренера, мастера спорта Антонова и мастера спорта Сюсева. Антон Бабин, синий угол. Thank you.
победу одержал Антон Вагин, Челябинская область. И за третье место в чемпионате Уральского федерального округа по боксу, посвященного памяти первостроителя Магнитки, награждается Владимир Жигайлов, Челябинская область. В ринг приглашается 17-я пара боксеров весовой категории 91 кг. Хаматов Денис, Кудинов Антон.